Маленький мальчик нашел деньги в шкафу своих родителей. На 1000 рублей он купил себе еды, остальное раздал знакомым во дворе, после чего выкинул остаток в болото. В полицию Челябинской области поступило заявление от семьи, в которой 7-летний ребенок забрал из шкафа 230 тысяч рублей и раздавал сверстникам. Сейчас правоохранители вместе с родителями пытаются вернуть хотя бы часть суммы, пока им удалось отыскать только 130 тысяч рублей. Деньги 400 тысяч рублей мать мальчика выручила за продажу автомобиля Toyota, после чего спрятала их в комод. Там их и отыскал оставшийся один дома ребенок. Мальчик наткнулся на деньги, когда искал свои шорты. Сначала он взял 1000 рублей, вышел на улицу и попросил знакомого третьеклассника купить ему крабовых палочек. Сдачу он раздал игравшим во дворе детям, а после этого похвастался, что денег у него еще много. Сверстники ему не поверили, после чего Робин Гуд вернулся домой, набрал купюры, вышел и начал их раздавать. Один из обогатившихся мальчиков припугнул богача, сказав, что на деньгах остались его отпечатки пальцев, и теперь его точно поймают и накажут. После этого первоклассник решил как можно скорее избавиться от улик. Узнавшая о пропаже мать в первый же день нашла в болоте 32 тысячи рублей. Еще 80 ей вернули мальчишки, а 16 тысяч принесла девочка.